Участники трудовых отрядов школы 153 города Челябинска познакомились с медиаэтажом Южноуральского государственного университета. Так, в рамках экскурсии ученики посетили уникальный музей истории развития телевидения и радиовещания Челябинской области, продакшн-фотостудию, радио Юргу, конвергентный ньюсрум и редакцию телекомпании Юргу ТВ. Сегодня нам показывали фотографии музея Юргу, радиостудию, студию монтажа и много интересного. Больше всего меня впечатлила радиостудия и телевидение. Много новых знакомств и большие перспективы. Мне понравилось то, что мы сегодня попробовали себя в роли телеведущего. И еще мне понравились музеи Юргу. Это уникальное пространство, где студенты могут реализовать свои идеи в области журналистики, медиа и коммуникаций. Так, сотрудники редакции новостей ТРК Юргу ТВ провели для ребят интересную экскурсию, на которой школьники смогли погрузиться в профессию журналиста и узнать о ней интересные факты. Я бы хотела попробовать поступить на журналиста. Мне кажется, это интересно снимать и фотографировать. Мне кажется, журналисты видят то, чего... Не все видят. Я не знаю, получилось бы у меня. Также команда ТРК Юргу ТВ подготовила для школьников сюрприз. Ребята побывали в роли телеведущего. Каждый смог записать подготовленную новостную подводку на студии. Конечно же, интересная профессия о том, как рассказывают не уже сформировавшиеся специалисты, а студенты, которые обучаются своему ремеслу. Школьники окунаются в атмосферу университета, знакомятся с внутренней жизнью студентов, ну и узнают о новых профессиях. Подобные экскурсии направлены в первую очередь на профориентацию потенциальных абитуриентов. Они знакомят школьников с профессиями и их особенностями.